Ребята, это уже новый день. Маша на площадочке сейчас в песочнице играет. Чего ты хочешь, Маша? Сначала хочешь? Не знаю, мы уже пузыри. О. Ты куда несешь? Ну да. Нет, вот сюда клади. Сейчас Маша, короче, взяла манеру кидаться песком, ребята. Такое себе развлечение. Утрамбовала. Зашли в Wildberries забрать. Я Маше заказала водолазку с горлом. Дочь, кушаешь, да? Куча перчаток. 125. 136. Не будешь? Повтор. Почему? 136. Кушай, кушай, вкусно. А как называется? Мы зашли в кафе «Заяц и шляпа», взяли, что мы взяли? С луком и яйцом пирожок. Так, я не знаю, здесь нет вывески, а там мы. Маша взяли круассан. Вкусно? Понятно. Пришли во двор чуть-чуть поиграть. Здрасте. Здрасте. Как вас зовут? Меня зовут Анастасия. Настенька, а это Маша. Мы уже пришли домой. Смотрите, как кайфуют у нас коты. И пес. Билли, ну-ка сразу пошел сидеть. Билли, сидеть. В общем, он тут сидел с Кевином и кайфовал. Смотрите на Кевина, он как заяц какой-то. Кевин. Они нашли себе солнечное место в комнате и сидят тут, кайфуют, батонятся. А режь вообще сразу на солнце. Доброе утро! Мы сегодня проснулись, смотрите, какая я сонная, все. Сегодня едем к бабушке Лили. У нас папа сегодня работает, ему по пути нас, в принципе, забросить, чуть-чуть там заехать. И мы решили, что возьмем вот так и поедем к бабушке. Да, едем! Маша непривычно, она так рано встала. Ну, на удивление, она встала хорошо, а непривычно, потому что она привыкла, что она просыпается, еще час сисится в кровати. В общем, мы поехали. Мы бабушке уже отдали Бильку. Вышли с Машей ждать ее, зашли тут в какой-то двор, и смотрите, тут какие-то дети оставили кучу разных машинок, всего этого, тут играли, видимо, а никого вообще рядом нету, да, давай, вот, Маша сейчас чуть-чуть поиграет тут, бесхозные вещи, машинки понравились, какие-то отломанные, конечно, машинки, тут все уже такое, видите, видимо, кто-то, кому не жалко, старые игрушки сюда принес, чтобы дети играли. Это здорово. Пришли в магазин, тут бабушка смеется. Просто Маша то, что хочет, берет, кладет себе в корзинку. Мы ей взяли детскую тележку. И пока выбор пал на кучу апельсинов. А мы с бабушкой... Башка, только что из-под моего носа уехали красивые помидоры. Они только здесь были. Ты видела? Один все-таки оставила себе. Мы приехали в магазин, бабушка не разрешает его снимать, чтобы купить Маше самокат. Да, Маш? Будешь на самокате кататься? Ждем лифт, он что-то не едет и не едет. Маш, как самокат едет? Так. Нам на третий, наверное. Так. Нам нужен детский мир. Сейчас Маша посмотрит, как едет лифт, да, дочка? О, ух ты! Ух Мама! Ты. Да? Лифт едет, дочь. Двумя ручками. Вот хотим купить Маше самокат. Вторую ручку. Двумя ручками держись, а ножкой толкайся. Ей как бы уже понравилось. Не, Мань, смотри, дай я ей покажу. А слушай, там он еще. Ну это ладно. Так, ну что? Сейчас мы будем первый раз пробовать кататься на самокате, да, дочь? Болотный ребенок, ничего не ест.
я достаю самокат и попытаюсь сейчас объяснить Маше, как он едет. Что-то он какой-то легкий. Мы не пустую коробку баб взяли. Давай, дочь, выходи из коляски. Давай, помогай маме. Держи, ладно? Сейчас вот так кто-то. Опа, баба-оператор. Давай. Пойдем с тобой попробуем на самокате прокатиться. Давай. Давай. 1,6 года, Маша. Так, баба, иди сюда. На заднем фоне говно стоит. Так. Опа. Это кто? Это для кого? Поснимай ее, бабуль, реакции. Опа. Сейчас, подожди. Подожди. Пока что это скейт. Но сейчас это будет самокат. Так? Или вот так? Так. Ну все, собственно, готово. Давай, Маняша. Я сама снимаю. Нет, ты снимай. Одной ножкой вставай, другой толкайся. Ты вот ножку ровно ставь вот так. Все, покатались. Больше она не хочет. Так, теперь оператор я, ребят. Нравится? Вставай ножкой. Ножкой. Держись за ручки и поехали. Как детки катаются, другие, дочь. Давай. Вот. И ножкой вставай. Так, подожди, бабуля, не мешай, дай ей посмотреть на него, разобраться сейчас. Птички ей интереснее. Я пока все уберу, и мы... Маша, там дорога, аккуратно, пожалуйста. Ну что, ребят, у нас сейчас был прогресс, я снять не успела, потому что я Маше помогала. Вставай, как ты сейчас ехала? В общем, она встала прямо и отталкивалась даже. Давай, одной ножкой. Нет, вставай. Ее смешит. Вставай. Крутой же самокат, да? Понятно. Все, баб, могла не покупать. Спасибо. Вставай. Маненыш. Только бабушки так могут. Носочки наделать. Пельмешками кормит, сидит. Зубы заговаривает. В носочках. Бабушки замечательные существа. В носочках. Давай, кушай. Давай, вот так вот. Нет, сначала Марусь. Сегодня самый теплый день в этом году, так скажем. Вот сегодня у нас 17 градусов на улице. У Маши новая одежда. Ну как новая? У нее новые джинсики, а курточка с того года. В общем, мы пришли на площадку, и к нам приехала бабушка Машина. И вот мы все гуляем сегодня. Спасибо. Давай, запускай. Запускай. А что там было? Мальчик просто взял, наехал на машинку и грохнулся сам. Вот не видел его. Да видел, конечно. Давай. Ой, смотри, что у мамы случилось. Иди, да скорее беги за ней. Да давай, поднимай. А бабушке дашь запустить один раз? О, смотри, куда она уехала, дочь. Смотри. Новых кедах. Папа тут новый у нас тоже стоит. Весь такой. Представляете, ребят, мы заказали себе Макдональдс покушать, а нам перепутали заказ и привезли вообще все другое, то, что мы не заказывали. Какие-то 2 цезаролла, картошку, маленькую, кофе. В общем, этого в нашем заказе не было, но мы уже написали в Delivery, нам за это вернули деньги. Картошка! Вот это что, скажи, Маш? Вот это что, Маш? Что это? Ой, солнце есть. Что это? Фри. Ребят, что-то Билли очень сильно захотел писать. И Миша прям сейчас быстренько одевается, кричит ему в этот момент: идем гулять, чтобы не думал. Сейчас, Белечка, выходишь уже гулять. Мы пока дома с Машулькой. Скоро пойдем опять гулять. Погода хорошая, мы гуляем где-то по 2-3 часа в день.
два раза в день. Ну, в смысле, по 5 часов в день, например. Со смешкой с ним выйдет. Ой, там я немного голая в зеркале. Мы на площадке. Смотрите, чем Маша занимается. Я вчера купила в детском мире вот такие огромные пузыри. В виде биты. Странно, что Маша еще меня ими не избила. Маша, смотри, какая красота летит, да? Вон, новая партия, смотри. У нас, ребят, вечерняя прогулка с Билли, и Билька выбежал такой радостный. Смотри, палочка у Маши, палочка. Билли, вот палочка, смотри, какая палочка, палочка. Билли, ну палочка, какая палочка. Ты такой радостный пришел. Слушай, а что ты с ним сделал, Миш? Ну, он такой вышел, да. Смотри. Нет, Маша, он не хочет. Дай ему вон ту палочку, смотри. На полу лежит. Биля. Миша, а там рулетка разблокирована? Нет, я сейчас пока разблокирую. Давай разблокирует он. Сейчас у нее из рук выдерет ее. Вот. На, Биль, палочку, смотри. Палочку, держи. Палочка, палочка, палочка. Опа. Ой, рулетка 5 метров. Принес палочку все-таки.